Так, надо как-нибудь пролезть. Всем привет! Заплыл в дебри. Так, смотрите, какая красота. Прям как в джунглях каких-то Амазонки. В общем, нашел местечко. Здесь три острова. Между островами идут три маленьких речки. И вот хочу здесь обследовать вообще, что здесь происходит, посмотреть. Так, ну одна речка, я смотрю, такая более-менее большая, и даже лодки могут здесь проехать. Да. Мы, наверное, туда не поедем. Попробуем другую, поменьше. Опа, сели на мель. Да, вот это пейзажи тут. Вообще красота. Вон какая красота, грибы какие. Так, ладно, остановимся здесь. Все, выбрал место. Буду ловить вон с того дерева поваленного. Там дальше еще одно поваленное дерево. Может быть, и с него тоже половлю. В общем, интересно, что на этом водоеме будет. Тут, кстати, заросли ежевики. Вот она. Ну что-то она уже все. Вот это все ежевика, кусты. И ягоды уже посохли. Но она здесь на солнце находится. Она здесь вообще, как говорят местные, сыпуха. То есть видите, ягодки какие. То есть нет таких прям вот мощных, вот как малина растет. Ну, в принципе, в сентябре, возможно, тут и что-то и было. Ну, тропа набита. Видите, тут собирал
наверное, местные жители. Так, хочу показать еще корягу. В общем, вот еще одна коряга, ну дерево просто поваленное. И вот можно вон там присесть и половить спокойно вот здесь на поплавок. Ну, начнем с того. В общем, красота, смотрите, целые джунгли. Все, выбираемся. Сюда еще залезть надо. Берег очень крутой. Все, запрыгнул. Вот тут мы и будем ловить. О, что-то клюет. Ага. Ха. Так, оказывается, рыба есть. Что-то я не понял. Одна красноперка, а вторая. Жерешок маленький. Что-то утащил. О! Эх, вот это попёр. Кто там? Вот это красноперина тут, оказывается, еще есть. Все, полез за садком. Во какая! Смотрите, жердяйка. Вот это вообще красота. Стоять. Еще и два крючка зацепило. Видите, сразу на дно падает. Опа! Такая же, ё-моё, вот это тут красноперины ловится. Это что такое? Течение, кстати, не слабое. Поплавок сразу уносит. Так, ну это поменьше. Эту отпустим. Так, а ну-ка интересно вот сюда закинуть.
Вот тут тоже что-то клюет. О, видали? Вот это шпроты. Такую и окуня можно поймать. Малявка вообще. Так, стоп. Сейчас дубль 2 второй раз попробуем, посмотрим. Ага. Ну да. О, разница, да? Буквально сколько здесь? Метра полтора. Тут ловится мелкая, а вот здесь крупная. Причем клюет прям сразу. Ох, что-то там поперло. Ха-ха, мент попался. Вот это акушарик. Тебя мы возьмем, такого хорошего. Во какой. Ходит тут, патрулирует территорию. Ну правильно, вот здесь малек крутится. Прям за корягой течения нету. А он вот здесь на границе встал и палит, когда кто-нибудь вылезет. Их, поплавок как утонул. О, я же говорю вам, вот он стоит. Второй. Ребят, сюда не на поплавок надо было приходить. На блесенку. Какие акушарики такие, прям среднячок. Не совсем прям мелкий. Так, червя надо насадить. Казалось бы, да? У нас в области столько рыбаков, столько туристов приезжает, в основном степи. И вот все-таки удается вот такие места находить, где вообще вот, ну вот маленькая такая речушка, где вообще нет людей, а наедине с природой птички, коряги. Тут вообще кроме меня, наверное, никто никогда и не рыбачил. И таких мест у нас в области еще очень много. Надо только почаще выбираться, искать новые места.
И что самое интересное, именно вот в таких глухих местах рыба до сих пор не пуганная. Вот буквально ловится, вот я что, поплавок закидываю и сразу поклевки происходит. Вот он. О, тарашка подплыла. В общем, косяк окуней подошел. Окунь вот такой. В принципе, не совсем мелкий и не крупный. Ну сколько земли намыло. В общем, поменяем место дислокации. Чуть-чуть вон на том бревне я сидел. Чуть-чуть пониже. Спустился. Так, и, наверное, куда-нибудь садок вот сюда надо. Так, попробуем здесь. Глубина, в принципе, такая же.
О-о-о! Вот это хищник. Самый мощный хищник в этом водоеме. Давай, вот сюда тебя выпущу в бассейн. Ага, тащит. Есть подсек. О, даже две. Одна малявка. Так, надо, наверное, место менять. Вон на том дереве клевало лучше. Здесь что-то одна мелочь. Наверное, надо вдоль берега немножко проехаться. Там вроде берег неплохой есть. В общем, здесь вообще мелочь клюет. Я вот что думаю. На дерево не хочется возвращаться. Ну, что-нибудь хочется вдоль берега пройти. Сейчас попробую прям перед деревом половить, где я каяк затащил. Там есть бережок такой небольшой. В принципе, удобно будет попробовать половить. А так еще вон есть кусок берега, даже солнце освещает вот его. Вон там можно попробовать постоять, половить. В общем, сейчас вернусь к тому дереву. А здесь что-то совсем мелочь вот такая. Так, вот здесь попробуем. А тут что-то вообще мелко. Нет, тут тоже не вариант. Совсем мелко. Сколько глубина? Вот. Где-то полметра. Вода сейчас уже ближе к холодам. Прозрачный становится, и рыба с таких мест уходит на глубину, поэтому здесь ловить нечего. Ладно, сейчас на каяке попробую дальше проехаться, посмотрим. Ну, а на крайняк вернемся. Это дерево-то уж никуда не денется. Да не, и берег тут тоже крутой, и глубина, смотрите, дно видно. Вернулся на начальное место, в общем, проехался по водоему, а там вообще глубина, наверное, вот так. Плывешь, и прям дно видно. В общем, а на выходе, здесь выход недалеко, вообще ветруган такой дует. Поэтому решил назад вернуться, там ловить нечего. Буду ловить опять коряги, сяду сейчас здесь потихонечку и буду отдыхать.
Наконец-то поперли они. А то мелочь да мелочь. Че, сидел, караулил, да? Надо следующую рыбалку на хищника выехать. Я смотрю, акушарики зашевелились. О, что-то там покрупнее. О, первый карасик за сегодня. Я думал, их тут нету. Вон как водит. Давай-ка иди-ка сюда. Вот он, красавчик, тяжелый какой. О, это уже другое дело. А то все, окунь да окунь. Во какой. Мелочь какая-то подошла, шпроты. Вообще подсечь не могу. Что такое? Я уже и на течение кинул, где поглубже. Ладно. Это говорит о том, что надо валить. Нечего здесь детский сад распугивать. Ну давай последнюю рыбку вытащим, да? Давай что-нибудь хорошее. Ого! О! Вот они, мои желания исполнились. Последняя рыбка. Вот так всегда, да, говоришь на рыбалке, все, ухожу. И обязательно какая-то хорошенькая рыбка попадается, и у тебя остается соблазн еще половить. В итоге ты потом еще тратишь час и ничего не ловишь. У кого такое было? У меня такое было много раз. Особенно когда на резинку я судака ловил раньше. Только думаешь, что сейчас домой соберешься, бах, удар какой-нибудь, бах, опять удар. И в итоге удар за ударом, а час простоишь, а рыбу так и не вытащишь. Вот так бывает. Так, что у нас по улову? Улов сегодня... веселый, можно сказать. В общем, вот. Ведра нет с собой, чтобы показать. Ну так. Сколько? Полтора десятка поймал. Ну классно. Вообще вот на таких водоемах даже не улов главное. А главное вот реально сам процесс. Отдых на природе. Вообще круто. Но я бы на большой речке бы не смог половить. Там сегодня волна большая была.